Стабильность в странах Шанхайской организации сотрудничества, национальная безопасность и меры по противодействию возникающим угрозам. Эти и многие другие актуальные проблемы обсуждали в Бишкеке. В столице Кыргызстана прошла 14-я встреча руководителей Советов безопасности стран ШОС. В мире усиливаются факторы нестабильности и неопределенности. Они связаны с обострением конфликтов в ряде регионов. Продолжается рост угроз терроризма, сепаратизма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков. Это объективная, но реальность, подчеркнули руководители Советов безопасности стран ШОС. По их общему мнению, необходимо сделать четкий акцент на эффективном и оперативном сотрудничестве государств организации в вопросах противостояния этим вызовам. Сегодня секретари Совета безопасности стран-членов в восьмистороннем формате обменялись мнениями о ситуации на пространстве ШОС, в регионе и в мире в целом, а также о перспективах совершенствования взаимодействия и противодействия современным вызовам и угрозам безопасности наших стран. Отдельное внимание секретари Совбезов ШОС уделили всемирной паутине. Участники совещания подчеркнули важность наращивания сотрудничества по противодействию распространению и пропаганде террористической идеологии посредством сети интернет и других информационно-коммуникационных технологий. Отдельное внимание, в частности позитивная оценка, было уделено Астанинскому процессу в содействии политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике. Акцентирована недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок. Стороны подчеркнули необходимость комплексной реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом на 2019-2021 годы. Вопросы эффективного сотрудничества в сфере безопасности были также обсуждены в ходе двусторонней встречи председателя Совбеза Казахстана Калмуханбета Касымова с руководителем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, министром общественной безопасности Китая Джао Кэджином и советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Давалом. Совещание руководителей Советов безопасности стран ШОС состоялось в преддверии саммита глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Вопрос безопасности на территории организации – один из главных в будущей повестке дня. Встреча президентов ШОС состоится в июне текущего года. Бакыт Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.